Для многих высадка петрушки представляет собой традиционное внесение семян в почву. Но есть способ, который позволяет получать урожай петрушки раньше почти на 3 недели и тем самым получить большое преимущество. Если вам это интересно, тогда вам просто необходимо заняться высадкой петрушки рассадой. Давайте немного поговорим о самой культуре. Петрушка – небольшой род двулетних растений семейства зонтичные. Это пряное растение – находка для желающих заняться оздоравливанием своего организма при помощи натуральных средств. Ее ценят за уникальное сочетание витаминов и микроэлементов, высокую биологическую активность компонентов состава, доступность петрушки в любое время года, ее способность долго храниться, не теряя своих уникальных качеств, простота обработки и изготовления различных средств, разнообразие способов длительного хранения – все это делает петрушку незаменимой для домашней аптеки. Петрушка содержит также биофлавоноиды и эфирные масла. Кроме всего прочего, в ней отмечено высокое содержание микроэлементов, что крайне необходимо при недостатке кальция, цинка, фосфора, железа или магния. В этих случаях введение петрушки в свой ежедневный рацион питания будет очень полезным. Петрушка имеет всего два вида – корневая и листовая. Наиболее распространенным является второй вид, который также называется кудрявая или обыкновенная. На данный момент она распространилась по всему северному полушарию и растет повсеместно от Европы и до Китая. Также ее выращивают в восточной части Африки и некоторых странах Латинской Америки, например, в Аргентине и Бразилии. Польза петрушки для организма заключается в следующих свойствах: повышение иммунитета, лечение и профилактика артрита, улучшение обменных процессов, укрепление кровеносных сосудов, выработка антиоксидантов, профилактика гемологических заболеваний, снижение артериального давления и многое другое. Помимо того, что данная культура очень популярна у дачников и садоводов-любителей, выращивание зелени как бизнес – экономически выгодное, рентабельное и прибыльное занятие. В том случае, если человек выращивает данную зелень для себя, то можно обойтись собственным ручным трудом. Но если запланирована культивация культуры на продажу в промышленных масштабах, то применяются различного рода машины, изначально ускоряющие работу и автоматизирующие процесс –